Говорят, любви все возрасты покорны. С творчеством также. По чутким руководствам мастера гончарного дела, эти ребята с малых лет приобщаются к прекрасному. Хотя бы начни, я тебе помогу. Хорошо? Я вижу. Продолжай. Начинать. Сан Саныч. Работая инженером, Александр и вообразить не мог, что однажды, сев за гончарный круг, уже не сможет представить свою жизнь без лепки. Любимым делом занимается 8 лет. Это было сначала как увлечение, попробовать пришел в гончарную мастерскую. Мне это понравилось. Очень интересный сам материал. Существует два типа работы с глиной. За кругом обычно создают само изделие. Оформлением деталей, украшением мелких фигур, тем, что не доверишь машине, занимаются вручную. На ощупь природный материал очень приятный. И в руках умельца бесформенный кусок превращается в замысловатый сосуд. К работе нужно подходить со всей ответственностью. Надеть защитный фартук и повыше засучить рукава. Глина быстро застывает, ее сложно отстирывать. У нее внутри могут быть пузырьки воздуха, пустоты. Надо их оттуда убрать, для этого надо глину промять. Промять глину недостаточно. Ее нужно отбить, чтобы уплотнить материал еще больше. Для этого делают заготовку в форме шара или конуса и стучат по ней. И только после нехитрых движений можно начинать работу за гончарным кругом, предварительно смочив обе руки. Вот так даже в руках у дилетанта что-то может получиться. Так, давайте. Ой, посмотрим. Бросайте. Подходит, да. Бросайте. Можно сделать все, что угодно. Горшок, вазу, кружку, блюдце. В общем, на что фантазии хватит. Главное не бояться. Материал мягкий и легко поддается движениям руки. Будто танцует, а сам процесс здорово успокаивает. Вот мы сделали вазу, но теперь нам нужно снять ее с гончарного круга. Для этого нам понадобится леска. Ею мы аккуратно проходимся у основания нашего изделия. Застывает фигура примерно неделю. Затем ее нужно замыть, чтобы избавиться от отпечатков и неровностей. После этого предмет искусства нужно обжечь в печи при температуре около 1000 градусов. Глина пористая и имеет свойство впитывать запахи и цвет. Чтобы этого не было, есть разные виды покрытий. Вот, например, вощение. От слова воск. Обожженный черепок покрывает воском. Есть разные способы, есть на горячую, на холодную. Чтобы придать керамике яркий вид, ее можно покрыть эффектарной краской или глазурью. Зачастую первый блин выходит комом. Сразу шедевр, конечно, не получится. Но работая от всей души и под присмотром мастера, даже из бесформенного кома можно сделать предмет декора. Наталья Жадько, Максим Турчев. Утро нового дня.